Всем, ребят, привет! С вами Руслан Жабаров, и мы находимся в нашем зале в Строгино. Сегодня наш рассказ пройдет про новые медконы, в которых я уже позанимался одну тренировку, посмотрел, как они себя ведут, как шнуруются, как фиксируется нога. Вот. И могу полностью сделать честный обзор на эти кроссовочки. Итак, встречаем их. Новые медконы от компании Nike. Значит, позанимался я в пятых медконах, позанимался в шестых медконах и позанимался в этих, значит, медконах, которые нам привезли для обзора. Что я хочу сказать сразу про них? Во-первых, они очень удобно шнуруются. Когда мы шнуруем сверху, сразу затягивается весь кроссовок. Это первый момент. Второй момент, у них очень удобная, опять же, стелька. Как я всегда говорю, что Nike каждый раз, они все лучше и лучше делают стельки. Она стала чуть пожестче у них в середине, такая же мягкая спереди и сзади. Потом в середине очень хорошая у них идет супинация именно завала стопы вовнутрь. Очень жесткая у них пятка, как мы видим здесь. И очень хорошо, что они сделали. У них отличается от пятых и от шестых медконов тем, то, что они очень широкие. У них очень широкий мысок. Это дает вам хорошую устойчивость, когда вы работаете со штангой, с небольшими весами. И очень хорошая устойчивость на пятке. Она стала тоже намного шире за счет вот таких выступлений. Здесь и здесь. Потом, они очень хорошо дышат, так как они сделаны из сеточки. И внутри у них... Внутри они тоже очень мягкие. Почему? Потому что дополнительный у них такой, как сказать-то даже здесь? Такой валенок у них такой дополнительный здесь. И сверху у них идет такая сеточка еще. Вот, значит, большой чит у них это для каната, когда ты лазишь. За счет вот этих ребер они очень хорошо прижимают канат. Вот так, когда ты залезаешь на канат, сверху ногой прижимаешь и снизу ставишь на ребро. Очень хорошо прижимается у вас канат. Вот, вы с него не скользите, прям жестко он фиксируется. В Рибоках такого нету. По поводу стирки, значит, тоже их стирали. Все нормально, никаких проблем. Спокойно достаем стельку, закидываем их, стираются, быстро они сушатся. Вот, с этим нет никаких проблем. По поводу фиксации, еще раз повторюсь, что они очень хорошо фиксируются. Очень удобный у них язычок, очень тонкий он здесь. И очень приятно он прилегает к ноге, когда вы шнуруетесь. Поближе мы сейчас снимем именно ботиночки, покажем, как они выглядят, разберем. Я вам скажу так, сейчас ценник их на рынке 11 тысяч рублей. Честно, я бы себе такие взял, но сейчас проблема то, что их, по-моему, нигде нету. И ребята брали их, я не помню, в каком магазине, честно, брать уже не буду. Поменял бы их с пятых там или с шестых, да, на эти, да, конечно. Мне они понравились, ставлю им большой лайк от себя. Если есть возможность, ребят, покупайте и тренируйтесь. Помните, что когда вы тренируетесь в хорошей обуви, то и умения ваши будут прогрессировать намного быстрее. Так что от себя плюс. С вами был Руслан Жабаров. До встречи, подписывайтесь и ставьте лайки.